Shall I begin? What should I choose? Made of or made from? I've got no freaking clues. What should I use? Hello, my friends. Today we'll talk about four words in passive voice. Привет, друзья! Сегодня поговорим о четырех глаголах в пассивном залоге. Честно говоря, об одном глаголе и четырех предлогах. Made of, made from, made out of, and made with. Итак, четыре глагола, разные предлоги. Все эти выражения означают на русском языке одно и то же. Сделано из чего-то, выполнено из чего-либо. Как же нам отличить, когда и какие предлоги использовать? Итак, возьмем первый случай. It is made of something. Это выполнено из чего-то. Мы используем предлог of с глаголом make, да, в пассивном залоге. В том случае, когда речь идет о использовании некоторого материала, который не меняет свои физические свойства. Допустим, стол выполнен из дерева. The table is made of wood. Дерево в столе, как оно было, так и осталось. То есть взяли дерево, вытащили, обработали, но дерево осталось деревом. Оно не преобразовано никоим образом. Поэтому мы используем в данном случае предлог of. То есть еще раз говорю, в том случае, если у нас используется материал, как, то есть материал в процессе изготовления какого-то предмета не изменяется, мы используем предлог of. The table is made of wood. The wall is made of bricks. Стена выполнена из кирпичей. Кирпичи как были, так и остались в стене, просто не образовали поверхность. The wall is made of bricks. Итак, предлог of используется в том случае, если материал у нас не меняет свои физические свойства. Что же насчет предлога from? Предлог from используется несколько в другом случае, а именно тогда, когда материал меняет физические свойства. Допустим, the cheese is made from milk. Сыр изготавливают из молока. Если вы возьмете сыр, вы увидите, что молока в нем уже совершенно нет. Это несколько другой, так сказать, материал, другое сырье. То есть молоко было преобразовано, трансформировалось. The milk was transformed into cheese. So, the cheese is made from milk. Молоко было трансформировано в сыр, и поэтому мы говорим о том, что сыр изготовлен из молока, и используем предлог from. The cheese is made from milk. Следующий предлог out of. To be made out of something. Быть выполненным из чего-то. Здесь, это даже у нас два предлога, out of, используются в том случае, если у нас используются какие-то предметы с другой целью. Допустим, я не знаю, та же стена выполнена из пластиковых бутылок. Да, кто-то решил такую стену построить. Пластиковые бутылки, естественно, не предназначены для изготовления стены, они предназначены для совершенно другого действия. Поэтому мы будем использовать предлог out of. The wall is made out of plastic bottles. Стена выполнена из пластиковых бутылок, да. The ship is made of plastic bottles. Корабль выполнен из пластиковых бутылок. То есть каждый раз, когда мы используем какие-то материалы, которые или части, да, составляющие, которые не предназначены для того, что в конце концов получается, мы используем out of. То есть как бы из этого что-то другое получается. This is made of these things. То есть это выполнено из того-то и другого. Ну и последний случай. Последний случай – это предлог with. На самом деле, это самый простой предлог, потому что мы его используем в том случае, когда речь идет об ингредиентах. Допустим, салат изготовлен из картошки, огурца и помидоров. The salad is made with cucumbers, potatoes and tomatoes. Такой странный салат. То есть в данном случае у нас используется именно with. То есть когда что-то сделано с использованием каких-то ингредиентов, составляющих различных, мы используем предлог with и перечисляем эти составляющие. Еще, once again, I'll tell you the example. The salad is made with potatoes, cucumbers, and tomatoes. I'm not a chef, so I'm just imaginable salad. Итак, я не повар, поэтому просто представил какой-то странный салат. Итак, четыре предлога и четыре вариации. Давайте их повторим.
Made of мы используем в том случае, если у нас материал не трансформируется, остается тем же самым. The wall is made of brick. Да? Made from используем в том случае, если материал трансформируется, меняет свои физические свойства. Cheese is made from milk. Made out of используем в том случае, если составляющие, используемые для производства чего-то, на самом деле предназначены для другого. Да? Ну, я для себя такую формулу вывел. The wall is made of plastic bottles. То есть, is made of out of plastic bottles. The wall is made out of plastic bottles. Стена выполнена из пластиковых бутылок. И в том случае, если у нас идет речь об ингредиентах, мы используем с вами предлог with. The salad is made with cucumbers, tomatoes and potatoes. So, see you later, guys. Ask as many questions and comment if you liked this lesson more than the previous ones. Итак, комментируйте, задавайте вопросы, скажите, понравился ли вам данный урок больше, чем предыдущий, и see you later, guys. What should I choose?